Здравствуйте, меня зовут Сергей Слепов, я автор программы Морфер. Морфер – это лингвистический модуль, основной функцией которого является склонение слов и словосочетаний по падежам. Зачем это нужно, спросите вы? Не секрет, что все больше текстов в современном мире генерируется компьютерами. Например, в банке договор генерируется по шаблону, и в него подставляются имя и фамилия, например, в лице Иванова Ивана Ивановича, генерального директора, действующего на основании чего, устава или доверенности в родительном падеже. Падежи – это настолько неотъемлемая часть русского языка, что составить без них какое-нибудь самое маломальски простое предложение практически невозможно. Поэтому везде, где требуется генерация текстов на русском языке, нужно также и склонение по падежам, числам и родам. Например, если наш директор – женщина, то она будет действующая на основании, а не действующей. Морфер существует с 2003 года, и за этот период было продано более 250 лицензий юрлицам, среди которых такие крупные фирмы, как Сбербанк, Россельхозбанк, Сагаз, фирма 1С, различные рекламные агентства, учебные заведения и многие другие. Наша география не ограничена только Россией. У нас есть заказчики из Украины, Казахстана, Эстонии и США. Чем программа Морфер так особенна, чем она привлекает клиентов? Во-первых, это возможность работы с целыми словосочетаниями. Словосочетаниями могут быть не только фамилии, имена и отчества, но и должности, названия предприятий, и даже географические названия. Для того, чтобы программа правильно могла склонять географические названия, мне пришлось вручную составить словари географических названий. Также в программу встроен словарь Андрея Анатольевича Зеленника, грамматический словарь русского языка. Все это обеспечивает высокое качество склонения. Программа адаптирована для различных языков программирования и платформ, таких как .NET, Java, C++, Delphi, Excel, SQL Server. Пожалуйста, выберите интересующую вас платформу ниже.